Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется Iron Warrior Armor Remake. Не знаю, что это, но это, короче, вот такая броня, да. Сейчас, естественно, сначала покажу, где и как она крафтится. Крафтится она у нас вот здесь. Первая часть — это из дюрасталевых слитков плюс 200 повера дает набор эко-защиты. Посмотрим сейчас, что за экозащита. Я ее еще не юзал. И вот идет броня. Солярий, очищенный виолий, очищенный феррозий, очищенный гизаль, дюрасталь и синтетические материалы. Как вы видите, стоит эта штука не так уж и дешево. Да, но она дает свою защиту. И мы сейчас как раз таки посмотрим, насколько хорошую защиту она дает. Мы снимаем с себя все, одеваем ее всю. И меч. А в итоге она дает 395,2 хп, 400 энергии и 598 атаки. Если я ставлю эту штуку, я умираю мгновенно. Да? Да. Поэтому давайте-ка тэпнемся на кораблик, чтобы не сдохнуть сразу. Я не хочу помирать. Я хочу посмотреть, как эта штука вообще работает. Что она дает? Повер какой-то. У меня туда, у меня тут хилер, поэтому я не парюсь. Я прыгаю, наверное, из-за вот этой штуки. Сейчас легкость пройдет. Да, я прыгаю из-за этой штуки. Может, дамаг увеличивается? Подожди. Да, плюс 200% дэмэджа дает. Все, ясно, понятно. А тут она не дает дэмэдж, да. Короче, у нас в этом костюме будет 798 атаки процентов. Что, в принципе, прикольно, но такое себе. Потому что, ну, это ставится именно вместо ячейки артефакта. То есть, нет. Ну, то есть, мы не сможем дышать на планетах. Поэтому, нет. Конечно же, нет. Вот. Но бронька вот такая прикольненькая. Давайте посмотрим, как я в ней выгляжу. Сейчас мы снимем свой костюм пришельца. Вот так я выгляжу. Так, убери. Такой грозный дядька. Но отсюда у меня еще будет самурайский меч торчать. Как вот отсюда. Вот он, торчит самурайский меч. В этой броне это идеально видно. Кому интересно, ссылка на этот мод будет в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.